Thank you.
Oh!
Так я не записала.
И у нас сегодня спонсор, подарки. Магазин «Гроб». Радуются те, кто просит подарок. Круто, нас немного, но нас достаточно. Мы сами себе создаем настроение, праздник. Так что, да, никто никого не заставляет. Нравится причина, брейкинг, качайся. Стеснение здесь неуместно. Будем пробовать, что у нас. А вот же зарядка. А? Нет, это не моя. Моя нижняя. Да. Когда наш? А там все так пишут. Так, уже полчетвертого у нас. Алло. Конек, что мы начнем? Слушай, это Артём. 20 минут еще. Да, тусуем еще. Отдыхаем все вместе. Да, главное, зарегистрируйтесь, пожалуйста, все, кто хочет поучаствовать. Любой, абсолютно все, даже те, кто уже давным-давно не танцует. У нас есть Димон. Зина. Зина Зур. Кстати, дорогие друзья, у нас есть сегодня человек, который владеет таким мастерством, как грамм. Так называют его. Это агрессивный танец. Настоящий грамм. Ребята, то есть сейчас вы можете спросить бесплатно, и вам покажут все, что вы захотите. В дальнейшем... Базу, да, базу. Потом это очень тяжело Диму выцепить. Он, ну, всегда на гастролях ездит, чтобы его вызвонить. На гастролях. На гастролях. Я сначала... Димон на гастролях каждый день. Каждый день. Каждый год. Битбоксеры, битбокс, ребята, те, кто у кого внутри там механизм, машинка есть, музыкальная, зарегистрируйтесь все, абсолютно каждый. Вадим, разгоняешь волну. Вадим, итак, друзья, все, кто хотят сдать курточки, вон там Саша, в конце коридора. Подойдите к нему, он вас проведет в помещение, где надежно будет закрытые вещи, курточки, ты можешь их под дверью оставить, чтобы было удобно. Подожди, Санек, подожди, подожди всех. Он ждет ровно 2 минуты. Да, ребят, чтобы напряжного не было, положите туда телефоны, денежки в курсе. А теперь сейчас мы начинаем. Я ж не могу.